Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали». Проект «Голос Америки», готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня. Как живой расскажем, каким образом создаются трехмерные движущиеся голограммы. Перепрограммирование. Ученые разработали биороботов из клеток трахеи человека. Единство противоположностей. Исследователи Стэнфорда на близнецах доказали существенную пользу веганской диеты. А также здоровый аппетит. Узнаем, какие бактерии поедают пластик прямо в соленой воде. В Мэрилендском университете разработали способ, позволяющий с помощью сотен голографических камер создавать трехмерные проекции. Эта технология может детально улавливать любые передвижения объекта, даже такого сложного, как человек. Все это в сочетании с возможностями виртуальной реальности открывает новые измерения для более эффективного обучения и развлечения. Со стороны выглядит, что скрипачка Ирина Муришану играет для несуществующей публики. Но это не так. В специально оборудованной студии под названием Holo Camera в Университете Мэриленда сотни 3D-камер фиксируют ее изображение и движение, создавая реалистичную голограмму. Благодаря этим камерам голографического двойника Ирины можно затем поместить практически в любом месте. В результате у человека с гарнитурой виртуальной реальности возникает ощущение, что он наблюдает за музыкантом вживую. В этой проекции Муришану, которая является преподавателем по классу скрипки в университете, выступает в известном концертном зале в Румынии. Одна из первых вещей, которые мы записали, было произведение самого известного румынского композитора Джорджа Енеску. Я хотела, чтобы меня, точнее мою голограмму, поместили на сцене румынского Атенеума. Для этого нам также пришлось отдельно нанять команду для съемок сцены Атенеума, чтобы человек, который будет слушать произведение, смог увидеть меня именно там. Муришану верит, что технология Holo Camera однажды поможет ей проводить качественные виртуальные уроки для своих учеников за рубежом. Для процесса обучения это будет большим плюсом, если мы сможем пользоваться достижениями 3D-технологий. Они позволят мне со всех сторон видеть моего ученика на другом конце земного шара, а значит, обеспечат более эффективную обратную связь. Я смогу лучше объяснить, что ученику нужно делать, а ученик сможет лучше видеть то, что я ему показываю, как я двигаю обеими руками и под какими углами. Главным разработчиком проекта является Амитабх Варшни. Ему помогала команда Мэрилендского университета с факультета информатики, математических и естественных наук. В одном из исследований, которые мы проводили здесь, в университете, мы обнаружили, что люди могут гораздо лучше запоминать информацию, если они подвергаются воздействию виртуальной среды, позволяющей познавать мир всем своим телом. Поэтому мы считаем, что виртуальные дополненные реальности, которые обеспечивают опыт глубокого погружения, помогают нам воссоздать мир гораздо точнее обычного монитора с клавиатурой и мышью. Использование передовых голографических изображений, вокруг которых зритель может перемещаться в виртуальной среде, имеет применение далеко за пределами музыки и образования. Команда Holo Camera разрабатывает прототип, который, как она надеется, позволит расширить возможности дистанционного обучения медицинских работников сложным процедурам, включая хирургические операции. Джули Табу, Андрей Деркач, Сергей Догатарь. Специально для программы «Детали». Американские ученые смогли создать программируемые на выполнение определенных функций клетки. Разработчики называют их биороботами. Антроботы — так ученые назвали свое изобретение, сделанное из клеток трахеи человека. В исследовании, недавно опубликованном в журнале Advanced Science, демонстрируется, как эти клетки перемещаются и восстанавливают поврежденные участки выращенных в лаборатории нейронов. Антроботы — это первые живые биологические роботы, выращенные во внеклеточном матриксе. В отличие от привычных нам роботов, антроботы, конечно, не имеют никаких электрических или механических частей. Это биологические клетки, что делает их полностью совместимыми с другими тканями организма.
Это исследование является логическим продолжением проекта по созданию ксеноботов, материалом для которых были клетки эмбриона лягушки. Но в отличие от ксеноботов, антроботы могут быть созданы из клеток человека без генетической модификации, что открывает путь к коммерциализации этой технологии. Антроботы перемещаются с помощью крошечных волосков на их поверхности. Изначально в трахее эти волоски предназначаются для очистки дыхательных путей. Антроботы могут двигаться автономно и стимулировать рост нейронов без изменения их ДНК. В нашей работе мы показали, что антроботы могут проходить сквозь слой поврежденных нервных клеток человека и восстанавливать нервы в течение 3 дней. Антроботы не являются генетически модифицированными организмами, поэтому они имеют тот же генетический состав, что и человек-донор, только с другой биологической архитектурой. На создание таких клеток уходит около 3 недель. Пока не ясно, как именно антроботы стимулируют рост нейронов. Сам механизм еще требует дополнительного изучения. Преимущества использования человеческих клеток включают минимизацию риска иммунных реакций, поскольку антроботы могут быть созданы из собственных клеток пациента. Антроботы имеют ограниченный срок жизни – несколько недель, поэтому они могут легко реабсорбироваться в организм после выполнения своих задач. Существует множество потенциальных применений антроботов в медицине и биоинженерии. В будущем мы сможем брать собственные клетки человека и заставлять их принимать желаемые формы и модель поведения. Они могли бы обнаруживать опухоли или патогены, удалять бляшки со стенок артерий или заживлять раны. Другие новости недели далее в нашем дайджесте. На этой неделе Международной космической станции исполнилось 25 лет. Строительство этого самого дорогого дома для человека обошлось нескольким странам, включая США, Россию, Японию, Канаду, а также Евросоюз, в более чем 60 миллиардов долларов. 20 ноября 1998 года Россия запустила с космодрома Байконур первые модули навигации и связи, чье строительство было профинансировано США. Они были собраны в космосе 7 декабря. В минувшую среду экипаж МКС отпраздновал 25-летие работы орбитальной лаборатории разговором с командным центром в Хьюстоне. Как отметили представители НАСА, за годы работы МКС сделало возможными более 3000 научных экспериментов для 108 стран, которые направлены на улучшение жизни на Земле и подготовку человечества к дальнейшему освоению космоса. В Чили была проведена операция с помощью робота, который способен перемещать органы внутри тела человека с помощью магнитов. Хирургическая платформа под названием «Марс» помогла команде врачей в Сантьяго удалить у пациента желчный пузырь. Устройство было создано калифорнийским стартапом Levita Magnetics и, по словам авторов инновации, может помочь сократить как время операции, так и время восстановления пациентов после нее за счет уменьшения разрезов и боли от них. Устройство было одобрено к применению в США регулирующим ведомством в сентябре и с октября используется в Кливлендской клинике в штате Огайо. Врачи надеются, что с помощью такого устройства они смогут оперировать большее число пациентов в день. Технологический гигант Google на этой неделе запустил новую модель искусственного интеллекта, которая, как обещают в компании, обучена более точно, чем конкурирующие модели, включая GPT-4, вести себя подобно человеку. Внедрение модели Gemini будет происходить поэтапно. Его менее сложные версии под названием Nano и Pro будут в первую очередь интегрированы в чат-бот Bard и флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro. Самая продвинутая версия Gemini под названием Ultra будет выпущена в начале следующего года и станет частью чат-бота под названием Bard Advanced. Поначалу продукт будет доступен только на английском языке, но позже у него появятся другие языковые версии. В Google обещают, что усилия компании в области развития искусственного интеллекта приведут к научным прорывам, которые улучшат жизни людей. У берегов Антарктиды пришел в движение крупнейший за последние 35 лет айсберг. Долгие годы он оставался частью континента, сидя на морском дне. Массив льда площадью 4000 квадратных километров получил название А23А и, по словам ученых, представляет собой естественное явление. Климатологи, однако, отмечают, что гигантский айсберг может послужить напоминанием о возможных катастрофических последствиях повышения уровня мирового океана. Исландский стартап Carbfix, который занимается захватом углекислого газа из атмосферы, объявил о готовности принимать с 2027 года международные заказы на утилизацию.
Компания работает в Исландии с 2012 года и уже минерализовала более 90 тысяч тонн углекислого газа с помощью запатентованной технологии. На предприятии Вольфасе на юго-западном побережье Исландии газ, поступающий по трубопроводу от близлежащей электростанции, смешивается с водой, добываемой из-под земли, и впрыскивается в базальтовую скалу. Вода лишает газ плавучести, а также радикально ускоряет естественный процесс его минерализации при контакте с базальтом. Исландия построит терминал приема танкеров с углекислым газом, доставляемых с промышленных объектов в Европе, где он будет заканчиваться в береговые резервуары, а затем поступать в сеть скважин для минерализации и дальнейшего хранения. По информации CarbFix, на полной мощности терминал КОДА будет обрабатывать 3 миллиона тонн углекислого газа, и компания уже реализует первый пилотный проект со Швейцарией. Переход на веганскую диету для кого-то может быть болезненным, но он сулит значительное улучшение здоровья по некоторым ключевым направлениям. Это доказали ученые Стэнфордского университета в своем уникальном исследовании, в котором на протяжении нескольких месяцев испытывали различные виды диет на близнецах. Что и как долго ели участники эксперимента, выяснял Алексей Горбачев. Всего 2 месяца веганской диеты привели к снижению веса и улучшению работы сердечно-сосудистой системы у участников эксперимента, проведенного Стэнфордским университетом. Исследование было проведено на 20 пар однояйцевых близнецов, выросших в одних и тех же семьях и ведущих схожий образ жизни. Мы пришли к идее работы с однояйцевыми близнецами. Это действительно увлекательная концепция. И одна из причин, по которой это стало возможным, заключается в том, что в Стэнфордском университете существует так называемый реестр близнецов. Близнецов разделили на 2 группы. Представители обеих групп питались здоровой пищей, содержащей овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семечки. Разница заключалась в том, что диета одного близнеца была строго растительной и не включала мяса или продуктов животного происхождения, таких как яйца или молоко, в то время как другой близнец потреблял мясо и нерастительные продукты в количестве, считающемся нормальным для здоровья. Вы знаете, что бывает трудно убедить людей изменить своим пищевым привычкам, поэтому многие исследования в области питания заключаются в наблюдении за людьми, которые едят, например, русскую кухню, средиземноморскую или американскую. И в этом и заключается огромная проблема. Помимо питания, у людей в разных частях мира существуют естественные различия, которые могут объяснять различия и в результатах эксперимента. У выросших в одной семье близнецов не было генетических различий, которые повлияли бы на трактовку результатов эксперимента. Обеим группам доставляли специально приготовленную еду на завтрак, обед и ужин, а также давали строгие инструкции относительно того, что им запрещалось есть между традиционными приемами пищи. В частности, им пришлось отказаться от пищевых продуктов с высокой степенью переработки. Даже те, кто оказались на невеганской диете, ели больше овощей и меньше продуктов из переработанного зерна, чем в обычной жизни. То есть на самом деле они питались здоровее, чем обычно. Для чистоты эксперимента ученые также попросили участников не ограничивать себя в еде или физических нагрузках и питаться так, чтобы чувствовать себя сытыми. По итогам исследования у всех близнецов наблюдались некоторые улучшения сердечно-сосудистого здоровья. При этом у тех, кто был на растительной диете, результаты, включая снижение веса, падение уровня плохого холестерина и инсулина, оказались наиболее впечатляющими. Веганская диета предполагает меньше насыщенных жиров и больше клетчатки, что само по себе помогает снизить уровень вредного холестерина. Так что в целом неудивительно, что уровень холестерина снизился, но примечательно, что он снизился значительно. Интересно также, что в целом участники и так были здоровыми людьми. До эксперимента уровень холестерина у них не был повышенным. У тех, кто был на обычной диете, холестерин снизился в среднем со 118 до 116 миллиграммов на децилитр, а у веганов со 110 до 95 миллиграммов на децилитр. Мы рассмотрели еще 2 показателя здоровья сердечно-сосудистой системы, помимо холестерина, и триглицеридов, а именно уровень глюкозы и инсулина.
И хотя уровень глюкозы в крови не изменился, уровень инсулина снизился на 25%. Это говорит о том, что организму необходимо вырабатывать меньше инсулина, чтобы избавляться от глюкозы. И это в долгосрочной перспективе имеет потенциальную пользу для здоровья, особенно для людей, у которых может быть преддиабет. По словам автора эксперимента, исследования демонстрируют определенные преимущества растительной диеты для здоровья. Однако каждому человеку необходимо индивидуально подходить к своему процессу питания. По словам Гарднера, важнее полного отказа от мяса включить в свой рацион больше продуктов растительного происхождения. Алексей Горбачев, Сергей Догатарь, специально для программы «Детали». Уже совсем скоро острова пластикового мусора смогут стать пищей для специально созданных учеными микроорганизмов. Особенность модифицированных бактерий в том, что они прекрасно себя чувствуют в соленой воде, а значит, могут исправно выполнять поставленную перед ними задачу. По вкусу им приходятся бутылки, одежда и даже микропластик, который загрязняет все живое, что попадается ему на пути. Андрей Цветков знает больше. На протяжении последних лет ученые неоднократно знакомили общественность с бактериями и микроорганизмами, способными бороться с пластиковым загрязнением. Однако успешное применение таких микроорганизмов в промышленных масштабах будет зависеть от того, насколько они способны выдержать трудности реальной жизни. Речь идет об окружающей среде, в которой происходит процесс разложения пластика, а также о суровом экономическом расчете. Ученые из университета штата Северная Каролина разработали бактерии, которые не испугаешь соленой водой из морей и океанов, где, как известно, можно обнаружить немало пластиковых отходов. Наше видение проблемы заключается в том, что большое количество пластиковых отходов в природе так или иначе будет мигрировать в морскую среду. Соль впоследствии станет частью оболочки частиц микропластика. Убирать соль неэффективно и даже невозможно в полном объеме. В своей работе ученые представили способ внедрения ДНК бактерий Ideonella sicaiensis, известный благодаря своей способности быстро разлагать полиэтилен-терефталат, пластик, который широко используется при производстве упаковок и тары, в плазмиды бактерии Vibrio natriegens, который чувствует себя комфортно в соленой воде. Плазмиды представляют собой генетические последовательности, которые могут размножаться в клетке независимо от ее собственной хромосомы. Другими словами, вы можете внедрить плазмиду в чужеродную клетку, и эта клетка будет выполнять инструкции, заложенные в ДНК плазмиды. Таким образом, и была получена бактерия, которая способна разлагать пластик в соленой воде. Мы нуждались в организме, который может выдержать столь высокие концентрации соли. Нам подошел выбранный нами штамм Vibrio, потому что он не только размножается в соленой воде, но и делает это очень-очень быстро. Объем бактерий увеличивается вдвое каждые 10 минут. А это очень быстро, даже в контексте микробиологических стандартов. Такая скорость размножения придется очень кстати, если вы работаете над разложением чего-либо. Возможность быстрого размножения, а также способность работать в условиях, когда пластик покрыт соленой водой, и делает бактерию столь привлекательной в экономическом смысле. Ведь это означает, что пластик не нужно будет очищать от загрязнений, на что могло бы уйти огромное количество ресурсов и финансовых затрат. Помимо того, что пластик не нужно будет очищать от соленой воды, его разложение в теории можно было бы даже осуществлять, не вынимая его из водоемов морей и океанов. Это очень привлекательная перспектива – отсутствие надобности сбора закончивших свое дело бактерий. Если дальнейшие модификации будут возможны, то это было бы замечательно. Одна из них – обеспечение нахождения микроорганизма в том месте, где он вам нужен. Это может быть осуществлено посредством внедрения генетического механизма, генетического кода, который инициирует самоуничтожение организма, когда он избавится от пластика. Или какой-нибудь вариант отложенного контроля, например, возможность деления клетки лишь в 3 раза, прежде чем она не сможет далее выжить в среде. Нам ведь не нужно, чтобы этот организм проедал дыры в судах, использующих пластик своей конструкции. Мы хотим, чтобы он был безопасным и разлагал лишь требуемый тип пластика. Ученые говорят о возможности программирования бактерий на производство из продуктов переработки пластика – мономеров. Превращение мусора в исходное сырье, по сути, даст производителям возможность создать новый пластиковый продукт без качественных компромиссов, которые возникают при механической переработке. Также в планах стабилизировать деятельность организмов, запрограммировав их так, чтобы даже побочные продукты переработки становились питательной средой для клетки.
Мы также работаем над тем, чтобы дать бактерии возможность использовать разложенный ею PET-пластик. Продукты разложения полиэтилен-терефталата, к примеру, этиленгликоль, несут в себе большое количество энергии. Мы думаем над методами модификации клетки таким образом, чтобы переваривание молекул таких веществ давало ей энергию. Ученые будут работать над тем, чтобы ДНК бактерий Ideanella sakaiensis была напрямую интегрирована в геном Vibrio natrigens, что позволит существенно стабилизировать и упростить процесс. Если это удастся сделать, то невидимые вооруженным глазом организмы потенциально смогут экологичным путем превращать залежи пластикового мусора в океанах в новый продукт, делая это максимально эффективно и не требуя большого количества ресурсов. Андрей Цветков, Юрий Закревский, специально для программы «Детали». Легким движением руки можно прямо на ходу изменить цвет и платья, и брюк, и элегантных шорт. И все это благодаря искусственному интеллекту и встроенным в одежду камерам. Изменение цвета ткани возможно за счет использования в ней полимерного оптоволокна. Полимерные оптические волокна являются проводниками света. Их обычная разновидность позволяет свету перемещаться из одной точки в другую и делает видимым свечение на кончиках волокон. Мы же делаем так, чтобы свет появлялся на всей боковой поверхности. Сама умная ткань была разработана гонконгскими исследователями при сотрудничестве с Британским королевским колледжем искусств. В нее встроена камера, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для генерации нужной подсветки. Мы сочетаем полимерное оптическое волокно с нитями на текстильной основе. Поэтому, когда вы прикасаетесь к ткани, то понимаете, что на ощупь она такая же, как и обычный трикотаж. Так что это очень мягкая ткань. Управлять умной тканью можно с помощью жестов, смартфона или пульта. Например, большой палец вверх активирует синий цвет, знак сердца розовый, а окей – зеленый. Еще одна функция – это проецирование на ткань любого цвета, отображенного на фотографии. Технология может использоваться не только в индустрии моды, но и в реабилитационных целях. Мультисенсорная стимуляция – это распространенная форма реабилитации людей с деменцией или трудностями в обучении. Она дает им чувство спокойствия, а также способствует удерживанию их внимания. Именно это происходит, когда они с помощью простого жеста или простого движения могут менять цвет одежды. Разработчики подчеркивают и экологичный момент в их технологии. Благодаря тому, что этот инновационный материал может менять цвет, вам не нужно, подобно некоторым молодым людям, покупать все цвета понравившиеся модели одежды, а затем выбрасывать все это в столь большом количестве, когда вещь выходит из моды. Это были детали. Очередной раз заглянем вместе с вами в мир будущего уже через неделю. Пока!